Ранее на своем канале я выпустил уже 4 обзора на проект Merlin Lab, подробно разобрав основные его аспекты, такие как токеномику и принцип работы пулов автоматизации доходности от фарминга. Но мое сегодняшнее видео будет представлять собой не совсем обзор, а скорее всего гайд для новичков, которые хотят ворваться в фарминг ликвидности, но не очень разбираются в тонкостях работы децентрализованных приложений. Первым делом, что вам понадобится для работы с Merlin Lab, это Web3 кошелек, который поддерживает работу с сетью Binance Smart Chain, на которой работает данный проект. Оптимальным вариантом для ПК будет MetaMask, а для смартфона Trust Wallet. После установки и настройки кошелька нужно будет пополнить баланс монетами BNB, основной валютой сети Binance Smart Chain. После этого вам нужно будет определиться, во что вы хотите инвестировать: в сольные токены или токены ликвидности, или же LP токены. С сольными токенами процесс инвестирования происходит проще, но их выбор пока что на Merlin Lab является довольно скудным. Только Cake и Merl. Однако это потому, что проект запустился только в начале мая, и в скором будущем у него появятся и другие пулы для сольных токенов. Для примера возьмем токены Merl. Перед инвестированием вам нужно будет их купить. Для этого жмем на сайте Merlin Lab кнопку Buy Token и попадаем на сайт децентрализованной биржи PancakeSwap, сразу на страницу покупки Merl. Тут нам надо будет подключиться своим кошельком, выбрать монету для покупки, например BNB. Указать сумму покупки и нажать на кнопку Swap, после чего подписать транзакцию в кошельке. В кошельке, кстати, если вы используете MetaMask, вы можете сразу и не увидеть токены Merl, но это лечится ручным добавлением токенов по адресу контрактов, увидеть которые вы сможете как на PancakeSwap в момент покупки, либо же в документации Merlin Lab. После покупки вам останется только перейти на сайт Merlin Lab, опрувнуть нужный вам пул, подписав для этого транзакцию, а после отправить депозит токены Merl. Точно так же происходит и с токенами Cake, если вы решите стейкать их. А вот с LP токенами ситуация сложнее. Для начала вам нужно будет на бирже PancakeSwap купить оба токена, которые требуются для пула ликвидности. Например, USDT и BUST, или BNB и Cake. После покупки обоих токенов нужно будет перейти в раздел добавления ликвидности на PancakeSwap и внести оба выбранных токенов в равных количествах. Тем самым вы обеспечите этой паре токенов ликвидность для торгов, а взамен получите LP токен, то есть своего рода расписку о том, что вы обеспечили ликвидность, и за предъявление которой вы сможете получать награды. Далее же процесс аналогичный. Сайт Merlin Lab, аппрув контракта и депозит, теперь уже LP токенов. Когда вы нафармите достаточный для вас уровень наград, вы сможете забрать их по кнопке Claim, либо же забрать в любой момент весь свой депозит в разделе Withdraw. Может, для первого раза звучит довольно сложно, но по факту этот процесс довольно простой. Если же и после первого видео у вас остались вопросы, то более подробную инструкцию по фармингу на Merlin Lab вы сможете найти на официальной документации данного проекта, ссылку на которую я оставлю в описании. Друзья, на этом у меня все. На этом подошел мой, скажем так, гайд обзор на проект Merlin. Если вам что-то вдруг непонятно, пишите свои комментарии, и я постараюсь вам оперативно на них ответить. До новых встреч!